столицу Республики Татарстан съехались представители 70 регионов России, в том числе руководители органов госвласти, председатели потребсоюзов, общественных организаций и бизнес-объединений. В сквере перед Дворцом земледельцев прошла масштабная выставка-ярмарка продукции кооперативов из разных уголков России. Тематическую площадку Ульяновской области посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В прошлом году 20% давали субсидии. Но это все плюс ПТС они сдают. После презентации экспозиции глава региона Сергей Морозов и Рустам Миниханов провели переговоры по вопросам развития сотрудничества регионов. У нас исторические добрые партнерские отношения. Мы имеем общую границу, много совместных интересов. Территориальное развитие, экология, экономика, общественная жизнь. Очень много и мы реализуется инвестиционных проектов, которые как-то друг друга мотивируют на более активную работу. Далее губернатор выступил с докладом на пленарном заседании конференции «Кооперация и экономика устойчивого развития. Вызовы и решения», где поделился с коллегами опытом и наработками региона в сфере развития потреб кооперации. С 1 января этого года в силу вступил областной закон о поддержке кооперации, который предполагает беспрецедентные меры поддержки сельского населения, в частности, субсидии на молоко, на покупку коров, гранты на строительство мини-ферм и на приобретение мини-теплиц. Последние 5-7 лет нам удалось создать порядка 70 сельскохозяйственных потреб кооперативов, почти 400 новых, достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечить самозанятость для 9 тысяч селян и более чем вдвое увеличить поголовье скота и доходы населения. Итогом заседания стало подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ульяновской области, Центральным союзом потребительских обществ и областным союзом потребительских кооперативов. Более 30 регионов подписали такие. И принимается программа. Каждый что-то берет на себя. Центр союз берет на себя определенные обязательства. Местные кооператоры и региональные области. В рамках соглашения с Ульяновским регионом стороны обязались повысить уровень занятости сельского населения на основе развития кооперативных отношений между владельцами личных подсобных хозяйств и организацией потребительской кооперации. Мы, конечно, взяли на себя обязательство создать своеобразный пример. Вот мы сейчас говорим о Сколково, да, уникальная площадка, которая позволяет посмотреть на инновационную цифровую экономику уже не просто где-то в отдалении, а, что называется, руками пощупать. Вот мы таким же образом приняли решение построить большой образовательно-воспитательный кластер с элементами воспитания и предпринимательского духа на территории двух техникумов и ряда объектов потребкооперации в городе Ульяновске. Согласно документу, в течение 3 лет в потребкооперациях региона будет создано не менее 3000 рабочих мест. Кроме этого документа, в рамках форума было подписано еще одно соглашение о сотрудничестве. На этот раз между Меликесским районом и Алькеевским районом Республики Татарстан. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.